Холодно ночью. Короче, гурман. Гурман Алексей Адеев. Икра кабачковая, баклажаны. Привет, Лёша, здравствуй. Тебя сегодня зачастил, да? Вы с Аней вместе, да? Мы с Аней вместе. Не бухаешь пока? Блин, да нет, чё. Лёша, как ты? Отлично все. Добрый вечер. Передай привет Якутску. Якутск. Саламчик летит в Якутск. У нас... Рыбу, а? Рыбу вкусит. Будешь рыбку? Ну, не если вот, держи, Сань. Как раз. Кусочки вот есть. Давай. О, спасибо большое. Всего так можно забирать? Да. Я, правда, не знаю, кто готовил. Но... А, ты не знаешь, кто готовил? Серьезно. Готовили? Ну, блин, ну что? Ты будешь есть? Да, конечно. Да нормально. Просто она стоит давно уже. Вон, вообще пушка, блин. Я видел, да. Слушай, ну как у вас? Что-то ты приехал? Ты первые 10 минут зашел, короче, и Ульянка уже плачет в женской. Да, я первые 10 минут зашел, и мне дверькой прилетел по голове. Да? Абсолютно идиотская ситуация. Просто почему-то на лобу не было, не знаю, там весь трэш был. Кирилл выписали после операции 3 дня домашнего режима. Не гулять, не мыться, вообще ничего. Вот. А я велосипедист заядлый. Да. Вообще всю жизнь на ветке катаюсь. И мне пацан, сосед, приходил после работы в 8 часов вечера. Меня отпускал, говорит, Сань, давай Кирилл спит, все равно, давай я посижу с пацаном, а ты ехай катайся на велике. Я вот в 8 уезжал там и часа в 2 ночи приезжал. Вот, поскольку мог, я отвечал, она там к себе накрутил там в каком-то эпизоде, говорит, я 3 часа и не отвечал, скидывал телефон. Все, ты точно был с тёлками, 100%. Как я себя узнаю в ней? Мало того, что у нас видеодомофон есть, который она через телефон спокойно, понял, палит. Она всегда у меня палит в этот видеодомофон. То есть она видела прекрасно, что я вышел с великом, вернулся с великом один. Она потом, ты вот там где-то с кем-то встречался, ля-ля-ля. Я говорю, Лен, ну ты же понимаешь, что это бред вообще. За 5 лет тебе ни одного повода для ревности не дал. А тут сейчас что, на меня слава, что ли, упала? Я резко тёлкам начал нравиться и типа... Вот ты мудак. Короче, она меня давил, я вскочил и сказал, да, говорю, я трахал. Телка 3 дня ходил и трахал ее, говорю, что, нормально тебе? Потому что я ей 5 раз нормально объяснил, что Ульян, ты слушай, дверь. Вот поэтому и прилетел. Ну, все, и мне джбелька прилетела сразу. Ну что, если 5 раз человеку ты говоришь, что Ульян, ну это глупости, и все объяснил, по полочкам разложил. Там хочешь там вот этому позвонить, тому. Да все нормально будет, Сань. Да это понятно, Лех, но это ну, просто ты едешь там, это, летишь на крыльях любви, а прилетаешь на вообще в стену просто. Но на самом деле я ей сказал, что очень даже хорошо. Потому что я на ее месте бывал не раз. Я ей сегодня на лобу сказал, Ульян, добро пожаловать в мой мир. Вот это называется ревность. Вот. Поэтому мне даже эта ситуация, я вот сегодня ехал, я даже сам... Но это неправильно, Саня. Что я сам сделал то, что, в принципе, мне и надо было. Вообще, супер. Да, поплакал, пострадал. Зато она теперь знает, что она не одна такая, не пуп земли. Крутая ситуация. Слушай, ну реально, а что, она рассталась с тобой? Я у нее спрашивал, она говорит, сама рассталась. То есть, ну... Я с тобой рассталась, говорит, да, Лёх, ну это вот в тот раз мы с тобой сидели тут на кухне. Mm-hmm. Это вот еще раз подтверждает, что человеческий язык, блядь, особенно на эмоциях, вот, ну за базар вообще никто не фильтруется. Yeah. Ни я, ни она, ни бабы, ни пацаны. И я тоже. Все хуячат, вот тут вот, что в голове есть, вот хуячат. Побольнее сделать, блин. Да, а потом через там, кому-то 20 минут надо, мне вот 40 минут надо, чтобы отойти. С чем я зарублюсь или с Ульянкой поругать? Вот 40 минут, все, все друзья. Мне тоже так же. Вот, мне вообще много времени не надо. Ульянка, вот видишь, это, еще тут начала и белое на ухо пришит, а вот мне интуиция подсказывает. Не, белую сразу отсекаю, ее мнение вообще да просто. Да и который сегодня так сказал, тебе говорит, вообще не стыдно? Не лезь, да. Ты что шипишь-то вообще там на ухо? Поэтому ладно, вот нормально. Да, ну спасибо. Что, доброй ночи. Спасибо. Так.
не подташнивает твой правильный образ жизни. Да нет, я всегда себя так вел, мои друзья. Слушайте, со мной на «вы» разговаривали в лагере. Так. Слушайте, давайте не буду обсуждать сейчас Саню с Ульяной по поводу детей, нет? У меня свой взгляд на это, на этот счет, свое мнение. Моя дочка. Ты молодильных яблок наелся? Да нет, вроде. Так, сам. Хочу поесть пойти. Салам, Леша, привет, привет. Это отсюда. Диане, в Питере. Твой номер телефона, кстати, знаю. Твой номер телефона, кстати, сам. Я не знаю, что порадоваться за вас или посочувствовать. Я в комнате. Леша, сколько скинул килограмм? 9. Ну, так у меня и держится. Чефирочек, смотрите. Побелел практически. Нет, про Брянскую ничего. В Питер, привет. Вкусно кушаешь, рыбка. Футболка четкая. Тигран, Саня. Ты Саня, да. Классная тарелка, ламинат, как у меня. Очень маленькая броня, не знаю. Ламинар. Она очень приятная, да. Клёвый, Лёша, добрый. Где кепку брал? Кепку брал. Сам сделал. Косы срежет. Аньку без косметики видел, конечно, обожаю. Без косметики тем более. Лёха, ты супер так держать без тебя. Только, Лёша, почему брали малинки? Да я что, не знаю. Я что ли их убрал? Я в красном бархате. Да, помню эту песню. Лёша, как может быть без... Я почему без девушки? Я драчу регулярно. Девушка у меня есть. И он красавчик какой возле холодильника. А не сколько лет? 20. Идеальный возраст. Так, Артурчик мне пишет, барбер. Не барбер, а стилист. Очень крутой причем. Артурчика всем рекомендую. Барзиков. Ой, Ванька. Сейчас у нас с Ванькой тоже была в холодильнике, если что, ставьте. Наказано. Шучу. Так. Идеальный возраст для твоей женщины. Это просто вообще нет возраста. Вот у меня есть женщина. Ей 20, это идеальный возраст. Передай привет, Саратов. Мы любим Саратов. Привет. А Фери, так я говорю, что Аня... Нет, такого я не говорю, что Аня страшная. Без косметики не пиздите. Может быть, я какое-то другое слово страшное точно не употреблял. С глазами. Бля, да хуй. Вроде все нормально. Вот такая красивая, Аня, твоя очень красивая девушка, молоденькая, не потеряй. Он красивый, например. Я 13 килограмм скинул. Круто, вообще молодец, красавчик. Не могу. Пануло что-то. Передай привет Саратову. Да, блядь, сколько можно-то Саратов? Ну что, одного мало, что ли? Полетел второй. Ну, клевая борода. Жду, короче, Артурчика. Сегодня по эфирам ты про Крис некрасиво прошелся. Все друзья так себя не ведут. Ну, бывает, наверное. Я говорю то, что я думаю на этот момент. Привет, Анюта с тобой или с Антохой? Почему она с Антохой? Давай Краснодару. Краснодару летит тоже. Слушайте, холодильник открытый, короче, нельзя держать.
Так, где все ребята? Ау, нам холодно. Все, забрал, все. Не базарьте. Все норм. Сейчас надо убрать за собой. Нельзя ничего бросать. Накуренный. Ребят, вот, чтобы вы понимали, я последний раз курил траву, блядь, в 2001 году. И вообще больше такой хуйней не занимался, когда из машины выпрыгнул перед Ростовом, перед ростовским постом. Так что вот, ну, пиздеть не мешки ворочить. Попасть. Нормально, Сань? Вообще. Слушай, ну я тоже вот сейчас так с аппетитом съем чужую рыбку. Да я знаю, это готовила Клава, по-моему. Но она приготовила и забыла, как обычно. Клава очень часто она готовит гранаты на нее. Да. Нет, с вами не померяй. Закрыл телефон в холодильнике, Леша. Что с тобой происходит? В следующий раз стиралку. Ляпки там тебе. Лапки. С Ванькой? Блин, ну как не конфликтуешь? Я не конфликтую. Он говорит, что пока не хочет прекращать этот конфликт наш. Где ты был 2 дня? Как, нет. 2 дня где был? Так. У вас который час? А у вас? У меня всегда эти люди интересуют. Я хотел бы поближе с вами познакомиться. Кто говорит, а сейчас который час у вас? Ой. Хватит ходить, сядь уже. Нет, мне надо дела поделать. Достал кое-что. Опа. Так, сейчас. Постоянно? Вы ёбнулись, что ли? Постоянно. Я один раз обсудил, и это мое мнение, которое до сих пор остается таким же. И перед вами отчитываться я не хочу, если вам не нравится. Просто выйдите из моего эфира и не наблюдайте за мной. Я вас нахуй заблокирую лучше. Который час? Что ты пьешь? Ну, ничего так. Это квас. Мы сегодня вас видели в красном платье и кушали. О, да, я крошку-картошку ел, согласен. Она в сторике у меня есть. Я видел, вы на меня смотрели так. Так. Извините, вообще... Да нет, вообще нет у меня необходимости никакой. Короче, игноришь меня, нет. Когда Нют возвращается. Да. Нет, я не буду с вами говорить, Лёха. Не мельтешусь, а еще говори с нами. Так, где Аня? Так, а тебе какая разница, где Аня? А чмош гник. Ну ладно, хорошо. Леха, береги Анюту, она хорошая девочка. В Москве 22:45, вон конфликт выгоден. Надо же хайповать, хайпожорить надо, да. Что ты пьешь? Пока ничего, Леша. Вот почему ты такой провокатор, только из-под тишка. Блять, Кать, где из-под тишка? Что из-под тишка? Тоже вас нахуй блок. Так, девушки разменять 1500. Они настоящие. А, девушка разменять. Это вы были, да? Так, ты старый. Классно. Я опытный. Давайте так рассуждать. Скажи, как похудел? Виски, кокаин. Как там еще в этой в рекламе? У нас было 70 тюбиков. Так, самая ну крутая. Ребят, как похудел? Просто питание, следишь за питанием за своим, и все. Ел хорошую еду 3 раза в день, понемножку.
Это не квас, вино или пиво 100%. Нет, это не вино и не квас, наверное, да. Это знаете что? Это, короче, такой, как Байкал в новых. Байкал с колой, короче, перемешку. Пора отписываться. Да, как хотите. Ты без фильтра, конечно, без фильтра. Вы что? Как похудел, перед Лёшей давно тебя не видела. Привет. Я согласен с тем, что сколько заниматься своими отношениями туда у вас, да, я... Питер, привет. Обожаю вас, Лёха. Ты спортом занимаешься, конечно. Немецкий хорошо знаешь, да? Ich spreche sehr gut Deutsch. Ich glaube. Просто сразу поняла, что это ты. Так, секрет молодости, дай совет. Блин, ребят, не нервничайте, и все будет у вас зашибись. С добром подходите, с позитивом к жизни к этой, и будете молодо выглядеть, будете счастливы прежде всего и красиво. А ты где, опять в изоляторе? Нет, я дома у себя. Жду Анютку. Дембил, ути, дембил. Блин, ну хватит, ну не оскорбляйте. Ты огонь. А вы занимаетесь... Так, Лёшка, не гнуть, да отстаньте от меня, я не буду воспринимать прямой эфир к себе. Молодец, наконец-то уселся. Это, блин, так много сообщений. Мое женское имя, Аня, или так совпадает, что уже вторая подряд. Катя мне нравится имя, бабушка Катя, у меня была Вера, мама. Виски, шлюхи. Нет, секс, наркотики, ругают. Так, я Овен, долго буду настаивать, не надо. Брашка закона. Больше не нарушаешь? Нет, я уже больше... Блядь, я живу честно, ребят, с 2009 года уже. Может, хватит мне об этом, говорить об этом? Я честно живу с 2009 года. У меня нет ни одного правонарушения. Стопы... Ну, нет, будем считать. Привет с Белгорода. Здорово. Был хороший выдержанный коньяк. Да, Лёха, 180... Лёх, 180 это дылда? Нет, нихера. К маме в гости не собираешься? Собираюсь. Лёшка, блядь, ты супер, молодец, так держать, блядь. Почему, блядь? У вас есть отбой? Да, Лёша, нет. Можно, ну, пересидитесь. Это она неуютно. Я сделаю здесь ремонт, Алексей, у тебя биполярка, возможно. Так. Ненависть, чувствую. Появились коньки, проснулся. Или проснулся тиран. Я вообще не отвечаю, у кого нет аватарки. Нахуй вы мне пишете? Кто вы вообще? Что это за люди такие? Только он, спасибо за совет. С Глебом связь. Да, с Глебасиком сегодня разговаривал. Жемчуг, конечно. Да-да. Мейкер тут? Да, о, пацаны пришли. Заходите. Да, так, все, короче, я пошел. Серый, давай, пока, Серег. Все, только зашел ты, блин, а я ухожу. Так, давайте. Леша, родители у тебя живы? Да, у меня мамуля жива, все живы, здоровы. С Водонаевой общаешься? Так, знаю, я блокируешь. С Тула. Привет, Тула. Du bist hübsch, danke dir. Du bist auch, ich glaube, а? Надо отключить, да? Так, все, чувствую, не ругайся, Саня, красавцы, не ругаюсь пока.